Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я, Леха Смертник. Продолжаем проходить мод у нас под названием White Neighbor. Конечно же, вчера не видели начало, то посмотрите. Этот мод мы уже вообще, в принципе, проходили как-то. Продолжаем проходить. Я продолжаю дома сидеть, ждать свой матрас. Уже я не знаю, сколько я его жду. Мне кажется, если мне к вечеру не привезут сегодня, я сниму отдельный ролик про то, как ко мне едет этот матрас. Потому что это действительно, это уже бред какой-то, я не знаю, ребят. Ладно, давайте я начинаю проходить этот мод. Вы поддержите, конечно же, лайками, ребят. Вот, как-то так. Все, ладно, давайте, поехали. Нужно побольше роликов снять. Завтра еще куда-то ехать. Вообще, дело вообще в вагоне. Я сижу дома, жду матрас, блин. Так, ладно, давайте. Так, доброе утречко. Я опять на улице спал, что ли? Ну, так можно пневмонии еще что-нибудь подцепить. Надо завязывать спать на улице. Спать на улице, это вообще не весело. Сейчас вот Васильич опять по-любому внутри. Он стоит, Васильич. Васильичу там грустно, видимо. Здорово, Васильич. Здорово, братан. Вот стоял, за мной побежал. Единственное, как я его могу отвлекать, это вот так вот бегать от него. Что-нибудь в него кидать, причем я не могу кидать со всей силы, потому что я стал немощный, и назад забегать. Других вариантов у меня особо как-то не... О, как он здесь оказался, я не знаю. Ну, как-то оказался. Так, мне нужно забежать в эту комнату. Так, давай, вот это все спрячу. Может, Васильич меня не найдет. Спрятаться, может быть, под кровать. Только отсюда нифига не видно. Такой себе минус, я бы сказал бы. Так, ладно. Может быть не придет. Я пока пойду, поищу здесь ключи. Опа-на, он там что-то повешал у нас. Ведерко, либо еще что-то. Меня же всего потряхивает сразу прям. Я прям чую присутствие Васильича. Так сказать, сильного духа Васильича. Продолжаем мы искать. Как ты мне надоел-то уже, а? Вот ты серьезно, ты меня достал уже, Вась. Вот как мне заходить в эту комнату? Вот, ну вот серьезно, вот как мне делать, чтобы просто взять и зайти в эту комнату, чтобы он не бегал, меня не видел и так далее. Так, ладно, ну давай я сейчас, допустим, электричество отрублю. Где здесь вообще щиток находится? Он здесь есть вообще, нет? Сейчас глянем, сейчас найдем щиточек. Так, ладно, щиточек хоть есть. Давай вот так вот сделаем. Пусть он пойдет, сейчас откроет, глянет. А пока он будет глядеть, я зайду в другую комнату. Так. Отлично, я зашел. Это хорошо, что я зашел. Было бы плохо, если бы я не зашел. Это было бы очень-очень печальненько, я бы сказал. Васильич бегает по улице. Так, он меня не заметил. Это хорошо, что он меня не заметил. Но сейчас все равно, мне кажется, он зайдет сюда. В окошко выпрыгнул, по снегу пробежался. Он уже давно просто мозг отморозил. Мне кажется, у него там менингит. Как ты мне надоел, да? А что тебе надо от меня? Как я здесь сказался, не понимаю. Где выход? Это просто... Я не знаю. Вот зачем? Зачем это все делать-то? Так, и эти-то там что, светят, не светят? Я вот так буду, видимо, забегать, потихонечку вот это все дело открывать, отключать. Так, все, нет туда у нас. Отлично. Васильич, окна опять бьются. Так, а я пока бегу сюда. Пока он продолжает там смотреть. Эти вот ведра тут понаставил. Что только не понаставил здесь, а? Что я вообще ищу здесь? Зачем мне вообще эту комнату? А чё он сюда-то вечно ходит и надоел? Ты чё сюда ходишь? Иди в другое место походи. Не, он реально берет, просто сюда прибегает, и вообще на все без разницы. Просто берет и прибегает. Я говорит, здесь, говорит, буду тусить. Все дела. Вот, как-то так. Как-то так. Вообще, ну как-то это прям прелестно. Так. Опять бежать, да, даже может дверь, наверное, не закрывать, просто забегать махом, открывать все, искать и понимать, что я где-то что-то пропустил. О, отлично, я нашел ключ. Видимо, ключей здесь больше нет, теперь мне нужно заходить в ту комнату. Так, Васильич возвращается, пусть он возвращается.
Так, мы это закроем. Здесь вот так вот сделаем. И вот сюда пройдем. Отлично, отлично. У нас тут уже движуха какая-то начинается. Ага, эта штука-то у меня выключена. Насколько я помню, здесь мне нужно вот-вот-вот сюда. Ну, ты, кстати, вот туда и залезть, это проблемно. Проблема-то в чем? Вот, типа, есть выключатель. В прошлый раз на это жаловался. Ну, типа, так прятать, ну, такое себе. Ну, типа, и так фиг увидишь, и фиг залезешь, как говорится. Ну, вот как я должен сюда залазить? Я даже не знаю. Может быть, как-то так? Типа, вот я пролез. Так, что-то где-то открылось. У нас что-то где-то открылось в этой комнате. И без понятия, что я ищу. Может быть, какой-то ключ ищу. Может быть, не ищу, не знаю. Вот тут у нас 1001 коробка. Специально развлекухи, так сказать, от Василича. Не знаю, есть ли там что-то или нет. Возможно, есть, возможно, нет. Вот, как-то вот так вот все в обед. Вот, как-то так все. Так, ладно, давай смотрим дальше у нас. Что у нас здесь есть? Потому что Василич это какая-то жесть. Так, не, реально, а что я ищу-то, собственно? Что-то я ищу. Так, а это, видимо... Вход в подвал, в который я пытаюсь попасть. Я постоянно пытаюсь попасть в подвал. Не знаю зачем, потому что я просто дурачок. И мне просто нравится ходить в подвал. Вот и все. Вот и все, все как-то так у нас дела обстоят. Вообще ничего нигде не обстоит. Так, может быть, я где-то ключик пропускаю, например. Ключик, там еще что-нибудь. Вот, ключик есть, отлично. Так, давай. Давай чайник. Водичку поставим, так сказать. Прокипятим все. Так, водичка полилась, водичка налилась. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. Пора морозильник растапливать. Вот, как-то так, мы работаем. Работаем оперативно. Так, что у нас здесь? Почти. Давай, давай, вода, ставься. Опа. Опять набираем, конечно же, опять размораживаем. Вот так и работает. Как еще? Только так и работает. Так, поставим. Раз, два, три, четыре, пять. Пора холодильник размораживать. Так. Процесс идет, сейчас чуть-чуть не хватит, как обычно, как это обычно бывает. Как мне это надоело уже. Так. Ага. Ставим опять. Опять ставим. Опять наливаем. Все идет как-то вот по кругу. У нас по кругу все идет. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, фигово, разогрел. Раз, два, три. Не знаю. А теперь слишком хорошо разогрел. Все, руки обжег и надо идти, я не знаю, что с ними делать, перебинтовывать. То недобор, то перебор. Вот так вот и живем. Ну, замечательно. Хорошо, что у нас два чайника. Раз, два, три, четыре, пять. Повторяю я опять. Во, замечательно. Нужный ключик я нашел. С ним куда-то я пошел. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть куча коробок. Зачем эти коробки? Не ясно и непонятно. Возможно, там есть что-то спрятано. Это коробочная комната от Василича. Василич у нас любит коробочные комнаты. Так, мы должны были открыть куда-то... Куда-то мы... Здорово, Василич! Черт, так-то больно что по-любому. Давай вокруг бегать. Давай бегать, и мы по кругу будем. Так, вот здесь я открыл. Отлично. А, мне еще надо карточку найти. Нифига себе. Вот это, да, да, я могу так долго карточку искать, на самом деле, да, действительно.
Мне нужно найти, значит, карточку, да? И где среди вот этого всего я должен ее искать? Я стесняюсь спросить опять. Не, ну это жестко. Это жестко просто. Просто говорит, иди карточку найди. Я хотел все до этого домика, кстати, дойти. Все, до него не могу дойти. Но нужно, хотелось бы. Так, вот это домик, там что-то горит. Мое сердце горит, может быть, еще что-то, я не знаю. Может быть, что-то есть здесь внутри. Было бы удивительно, если здесь бы просто, ну, просто лежала бы карточка. Я бы, если честно, прифигел. Так, а почему я здесь не могу как-то пройти, не пройти, я не знаю. Я здесь или где-то в другом месте бегал, помню тогда. Где-то когда-то зачем-то я бегал. Не знаю где, не знаю зачем. Ну, просто бегаю здесь, мне вот заняться нечем. Я вот по-летнему одетый бегаю. Менингит мой лучший друг. Вот и все. Это все спокойно объясняется. Так, ладно. Ладно, ладно, продолжаем смотреть. Так, ну да ладненько, ладненько. Пойду еще посмотрю, побегаю здесь. Надо бы вот карточки найти, еще что-то поискать. Постоянно вот что-то в поисках чего-то. Вот, видимо, несчастный я человек, раз уж бегаю, что-то ищу. Это карточки. Мне кажется, я здесь нифига не найду. Просто я бегаю, непонятно что ищу и непонятно зачем, видимо, чтобы было. Было, да прошло. Вот такие вот дела. Так, и никогда, я никак сюда не смогу пробежать, я так понимаю. Да, все, я ударяюсь. Обо что-то ударяюсь. И ничего не замечаю. Так, ладно, а как мне назад вернуться? Я могу вернуться только, я так понимаю, через ту штуку, да? Короче, здесь вообще ловить нечего. Я так понимаю. Я что-то ударяюсь об невидимое. Невидимые стены, ну это нормально. Снеговики построили невидимые стены. Мы ходим, ищем невидимые стены. Вот, как-то так у нас обстоят все дела. Именно так обстоят. Вот, как-то так вот все. Подозрительно. Так, ладно, давай бежать, мне надо найти какой-то домик, вот, по-моему, вот тот домик я ищу. И там, говорит, я найду все, что мне нужно. Не знаю, что мне еще нужно, вот там дом один горит, там уже, видимо, нашли что-то. Фигово, что нашли. Куда же все пошли, непонятно. Так, ну ладно. Ага, комната с плачущим Васильичем. Какой-то странный парень. Не знаю, кто такой Алексей Смертник. Ну, что-то знакомое где-то слышал. Так, предыдущая версия, Dark Neighbor 1. Там еще, по-моему, Dark Neighbor 2, что-то. Ладно, неважно. Все. Ребят, давайте на этом закончим. Вот так вот встану, чтобы вот вставлю вот этот вот домик на аватарочку. Буду сидеть, ждать дальше свой матрас, так сказать. Вот как-то так. Ладно, ребят, давайте увидимся с вами. Как всегда, был я, Лёха Смертник. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Давайте, покедова.